Нефтеперерабатывающий завод «Петроказахстан Ойл Продакс» – одно из трех крупнейших перерабатывающих предприятий страны, от чьей работы напрямую зависит экономическая безопасность республики. За все годы существования завод бесперебойно снабжал страну горюче-смазочными материалами. Более того, все это время на предприятии были реализованы множество социальных программ. 25 лет независимости для страны – это маленький период, но за этот период сделано очень много. Поздравляю вас всех, желаю новых свершений. К юбилейной дате 25-летию независимости страны «Петроказахстан Ойл Продакс» подошло с большими достижениями. Начата масштабная модернизация, современное оборудование, технологии, еще большая экологическая безопасность, европейское качество и новая линейка продуктов уже совсем скоро выведут производство на еще более высокий уровень. В достижениях предприятий заслуга трудового коллектива. Не случайно говорится, что главное богатство компании – это люди. Среди награжденных медалью Министерства энергетики начальник технологического цеха номер один Виктор Косарезов. Именно этот цех производит главный продукт перерабатывающего завода – бензин различных марок, дизельное топливо. Я, конечно, благодарен руководству за оценку моего трудового вклада. Ну и это, понимаю, как бы это оценка всего нашего коллектива, не только моя. К 25-летнему юбилею независимости поощрения от Министерства энергетики руководство компании «Акимата» получили главный технолог и замначальника цеха очистных сооружений, мастер испытательной лаборатории и осмотрщик нефтеналивных емкостей, механик парка сжиженных газов и командир пункта газоспасательного отряда. Всего около полутора десятков сотрудников компании, у которой впереди большой путь. Ведь уже через два года «Петроказахстан Ойл Продакс» будет производить продукцию, соответствующую требованиям стандартов Евро-4 и Евро-5.